Многие наши сограждане, находящиеся сейчас в России, не могут вернуться домой из-за того, что закрыто воздушное пространство. В связи с этим МИД призвал их к спокойствию и заверил, что оценивает возможность использования альтернативных маршрутов. О решениях объявят дополнительно. В то же время, в случае крайней необходимости, можно воспользоваться оставшимися рейсами на Яссы или Бухарест с пересадками в Стамбуле или Дубае. Дополнительную информацию можно узнать в посольстве Молдовы в России или позвонить в МИД по номеру 0800 900 990.